Привет. В игре доступна новая сфера сегодня уже. И также доступен новый персонаж. Ну как доступен? Купить в магазине мы сможем его через неделю. Так что через неделю я за него сыграю. Возможно, даже мой геймплей на нем выйдет быстрее на канале. Так что подписывайтесь. Будем ждать. Давайте быстро скажу о скинах. На маленькую девочку... Скин выглядит как пешка. Я не играю, не хотел бы этот скин. Скин на ведьму снов выглядит хорошо. Но я на ней не играю, так что также не хотел бы скин. Скин на клоуна, я бы сказал, что это самая удачная легендарка сезона. И в принципе нет таких пешек, которые я бы хотел. Но Лего нам все равно не дадут. Но давайте пооткрываем, посмотрим, что нам выпадет. Пока что ничего. Скин на шаманку. Двести фрагментов, в принципе, неплохо. Кстати, сегодня будет стрим. На нем также буду ждать вас. Он будет 23.00 по МСК. Возможно, нам вообще ничего не дадут за 27 сфер. И такое может быть. Скин на ковбоя. Ну, неплохо выглядит. Как бэшка. Ну, ничего нам не дают. Кстати, напишите в комментариях, что вы получили. И на паучиху. Выглядит забавно. Сколько там? 8 сфер осталось. Ну, немного фрагментов мы заработали. Успеем мы с этой сферы еще что-то собрать. Вот так вот. Все, мы все сферы открыли. За 27 сфер нам дали 0 эпиков, 0 лего, но это понятно. Кажется, 3 бэшки нам дали. Или даже 4. Напишите, что получили вы. Ну, а на этом все. Всем пока.